Во всех районах столицы начался ремонт дорожного покрытия, благо транспорта сейчас мало. Рабочие приводят в порядок и дороги, и тротуары. Вблизи остановок меняют бордюры. Власти уверяют, восстанавливать будут поэтапно, участками. Надобности полностью перекрывать улицы пока нет. Вице-премьер Чекан заверяет, что работы продуманы таким образом, чтобы доставить как можно меньше неудобств жителям города. Первые бригады рабочих появились на улице Иона Инкулеца. Здесь отремонтируют видавшие виды тротуары, заменят бордюры, которые давно поглотила земля, а также обустроят несколько парковочных карманов, чтобы стоящие автомобили не мешали движению. Автобус ходит, 9-й автобус ходит, но он очень сложно здесь проезжает. То есть, когда автобус проезжает, бывает, что встречный транспорт останавливается от того, что не помещается. Говорю, особенно в час пик, тут уже что творилось, поэтому тут надо предпринимать какие-то меры, поэтому и решили именно здесь. И учитывая, насколько быстро развивается микрорайон Малая Малина, то есть там очень много новостроев, очень много дополнительного населения, там больницы, и движение здесь очень активное, поэтому надо решать. На днях ремонт тротуаров начался на улицах Николая Тестемицену, Иона Пеливана, Букурей, Мирона Костина. Сегодня рабочие приступили к наведению порядка на пешеходных артериях Московского проспекта, бульвара Мирчичел-Батрын, улиц Михая Садовяну и Зелинского. Развернулся ремонт и на участках Дичебалдача. Глава муниципального предприятия «Эксдрупа», ответственного за ровные дороги и тротуары, в эти дни следит не столько за тем, как работают его люди, сколько за тем, как они соблюдают при этом меры безопасности в связи с коронавирусом. Если evitat la maxim contact cu persoanele străine, în această privință toți angajații sunt aduși la lucru cu autobuzele regiei, nu ne folosim de transport public. Toți muncitorii au fost dotați cu măști de protecție, mănuși și soluții dezinfectante. Avem un control riguros înainte de începerea programului de lucru. Отдельная тема – полная реконструкция аллей на Чеканском бульваре Мирчичел-Батрын. На заседании оперативных служб мэрии, которые сейчас проходят в онлайн-режиме, претор Чекан Синельга Школьник сообщила, что проект готов на 80% и работы вот-вот начнутся. Ион Чебан напомнил, мэрия хочет, чтобы после реконструкции бульвар выглядел как на картинке. Урмяза зафи реабилитат тротуар проколу, онди есть интростаре просто. Урмяза зафи факут он систем де ирригари. Урмяза зафи amenajate zone de agrement pe întreaga porțiune a aleei, urmează să fie schimbat mobilierul urban, urmează să fie instalat luminat suplimentar, o vom aduce să fie așa cum ar trebui să fie o alee frumoasă. До конца июля столичные власти намерены отремонтировать 11 улиц. Это обойдется городскому бюджету в 56 миллионов леев. Ежедневно в работах принимают участие 220 рабочих.